Я очень счастлив и готов биться и доказывать делом свою состоятельность. Был разговор с Семиным? Да, был. Пообщались с ним хорошо. То есть он сказал, я тебя давно знаю, я тоже его, в принципе, общий язык сразу нашли. И все, вопроса больше не было. Думал уже о том, с кем придется конкурировать в «Локомотиве» за место нападения? Я готов биться за место в составе, тем более при Саярыче конкуренция была еще больше, там было 4 нападающих. То есть я, получается, родился в конкуренции, поэтому конкуренция – это мотивация, и я готов. Новый клуб, новые партнеры, новая мотивация для меня. Я думаю, что у меня все будет хорошо.